Путин едет в Монголию. Согласно правилам, власти страны должны задержать военного преступника, так как Монголия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. Визит Путина запланирован на 3 сентября, туда он едет по приглашению президента страны. В Кремле уверяют, что не переживают из-за поездки Путина в Монголию, которая является членом Международного уголовного суда. По словам пресс-секретаря Путина Пескова... Нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии. При этом Песков подтвердил, что стороны все же обсуждали ордер на арест Путина. Летом 2023 года Путин уже собирался на саммит БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР, которая также ратифицировала Римский устав. Москва также настаивала на его участии, однако визит пришлось отложить. Власти ЮАР не знали, что делать в ситуации, когда они обязаны арестовать российского правителя, и попросили Путина вовсе не приезжать. Вместо него на саммит поехал глава российского МИДа Сергей Лавров, а самому диктатору пришлось выступить по видеосвязи. Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из оккупированных территорий Украины.